Дом Нового года принял гостей. В культурно-деловом центре «Арктика» прошел предпраздничный марафон по подготовке к главному празднику года. Для посетителей провели мастер-класс по изготовлению новогодних украшений и сувениров, рассказали, как украсить стол к любимому зимнему празднику. Легким движением руки старый компакт-диск превращается в овечку. Воспитатель детского сада Аннушка Людмила Мезенцева проводит мастер-класс по изготовлению символа года из подручных материалов. Справиться с этой работой могут даже маленькие дети. С 2 лет, пожалуйста, они с удовольствием сидят, смотрят, вот клеем намазали, они прикладывают. Как получилось, так и получилось. Внимание, усидчивость. Надо же прикладывать, надо наклеить, сосредоточенность. Развивать внимание и усидчивость у ребенка можно и вырезая с ним снежинки. На столе педагога детского дома Светланы Злобиной несколько десятков бумажных украшений. По словам мастера, как и в природе, одинаковыми снежинки никогда не получаются. Сегодня мы попробуем сделать новогоднюю снежинку. Должна получиться она, ну, вот такой. Ну, посмотрим, что у меня получится. Вот. У вас уже все. Так получается, вот теперь мы разворачиваем. Здесь мы разворачиваем. Угу. Ну вот. У меня вот получилась вот такая снежинка. Очень даже неплохо для первого раза. В этот день в холлах культурно-делового центра работало около 40 мастер-классов. Рисование на тарелках, изготовление елочных украшений, но больше всего было представлено различных техник изготовления елки. Здесь ее делали из гофрированной бумаги, ватных дисков и даже старых газет. И какой же Новый год без карнавальных костюмов? Поэтому гвоздем программы стало предпраздничное дефиле. Наши отважные пираты. Представили свои работы и кондитеры потребительских обществ. На другой вкусной площадке рассказали и показали, как сервировать праздничный стол. Сегодня у нас студенты профессионального технического училища покажут, как можно встретить гостей, сервировать стол, на что нужно обратить внимание при подготовке и сервировке стола, какое блюдо, каким блюдом можно удивить своих гостей. Каждый здесь мог найти занятия по душе, и никто в этот день не ушел без подарка, который сделал своими руками. Алена Валей, Роман Делимарский, телеканал «Север».